должно гореть. И габариты, и аварийка сейчас горит. Почему у лампочки горит всего один накал? Оба накала должно гореть. То есть это сейчас аварийка работает. А почему не горит габаритный накал? Вот эта левая лампочка, я так понимаю, задний ход. Сейчас у меня горят и габариты, во-первых. Во-вторых, у меня горит аварийка. Так, теперь попробуем. Раз. Так, это у нас, значит, либо правый, либо левый моргает. Соседняя тоже. Либо правый, либо левый моргает. Теперь вот это. Вот это горит аварийка. И вот это последняя не горит, наверное, на корпус идет. Теперь подсоединяем этот фонарь. Так, вот и получается, что горит всего один накал. Вот эта самая аварийка горит. Так, причем фонарь это у нас правый со стороны пассажира. Второй накал, то есть габариты не горят почему-то. Может, тут не хватает клемм, там в 4 клеммы, а тут 5 клемм. Вот тут идет этот кабель. Вот он пошел, вот он.